прям сели на бедро хорошо. Отлично. Закинули руки наверх. Хорошо. Или взяли за запястье. Молодцы. Или сделали так, пальцем. Пускай пока немного неуклюже, зато с большим удовольствием. Так, самые маленькие девочки учатся позированию и дефиле. Софиты и подиумы еще впереди. А пока будущим моделям предстоит кропотливая работа над собой. Мама хочет, чтобы я была самой лучшей, красивой и гимнастической. А ты хочешь? Конечно, хочу. Я тем более хочу стать немножко главной Бурятии. Это же конкурс красоты Бурятии. Моей дочери Лере 7 лет. Да. И вот мы в этом году решили попробовать походить в модельное агентство, потому что она очень любит позировать перед фотокамерой, танцевать. Первое время, конечно, немножко устает, но зато много нового узнает, и ей нравится вот эта вся атмосфера, особенно вот занятия по дефилированию ей понравились. Маленьких принцесс учат не просто ходить по подиуму в дизайнерской одежде. Дети изучают хореографию, актерское мастерство и сценическую речь, а также получают уроки фотопозирования. В нашем модельном агентстве девочки развиваются всесторонне. И благодаря опытным педагогам они становятся более уверенными в себе и раскрывают свой творческий потенциал. Девочкам очень нравится у нас заниматься, и мы делаем все для того, чтобы им было комфортно и удобно у нас учиться. Во время обучения девочек ждут рекламные съемки, модные показы, конкурсы красоты и море впечатлений. Набор в группу еще идет. Алевтина Дармаева, Инесса Дондукова и Евгений Павлов. Новости дня.